Сенсация! Путин рассказал, что именно получается у руководства Татарстана. Новый завет республики. Заповеди Рустама Миниханова. Отец Татарстан любит всех своих детей. И с автоматом, и со скейтбордом. В День Победы он шел навстречу новой битве. 24 июня опять был День Победы, второй в этом году. 13 сентября намечено сражение за пост президента республики. Баталии нынче, к счастью, мирные. В среду отдали должное не вернувшимся с той ужасной войны. Вечная память павшим за свободы Родины. Слава народу, победителю и его доблестной армии. Тех павших нам уже не воскресить, но чтить их мы обязаны. Обязанностью своей отец Татарстан считает проверить, как служат нынешние его сыны. Довольны ли, если ишпочмак на солдатском столе? По-моему, там столы накрыты и что-то вот национальное я вижу. Отец Татарстан любит всех своих детей и с автоматом, и со скейтбордом. Время молодых здесь и сейчас. Мы создаем условия дома, а не провожаем за пределы. Татарстан – лучшее место для жизни. Мы – лучшая страна в России, ведь Россия – это федерация, содружество государств. У нас есть все, кроме моря. Мы строим, созидаем, благоустраиваем. Марат Хуснуллин возглавлял Минстрой Татарстана, строил Москву, а сейчас, страшно подумать, отвечает за нацпроекты в федеральном правительстве. Вот приехал Марат домой, и Наташа Фишман крутит перед ним Архимедов винт на набережной озера Кабан. А ранее через саму Наталью Львовну привет Миниханову передает Владимир Путин. И надо отдать должное руководству Татарстана. Очень много, наверное, не все, но очень много получилось и получается. Первое лицо руководства Татарстана, того самого руководства, у которого многое получается, обнародовал программу своей следующей пятилетки. Это не партхозотчет. Это заповеди. Скрижаль истории, на которой высечено его имя, пополняется списком результатов каждодневного упорного труда. Так получилось, что уже мы 10 лет работаем. Хадайт ляса, Алла берса, Всевышний, если позволит. Будем работать во благо нашей республики. Во благо нашей большой страны, Российской Федерации. Татарстан лучший. Не сотвори себе кумира в другом регионе. Трудитесь и обрящите. Дивиденды Татнефти направь на благо ближнего своего и программы «Наш двор». Живите мирно. Мы – мир добрососедства, мечетей и церквей. Ярким примером заботы о традиционных духовных ценностях стало строительство Булгарской исламской академии и воссоздание собора Казанской иконы Божией Матери. Будьте добрыми в отношении родителей, близких, сирот, бедных, путника, соседа, который является родственником, соседа чужого человека. Сохраняя традиции, стремимся в будущее. Наша политика не только искусство компромисса, наша политика благополучия. Всех благ вам. Детали обсудим позже. В День Победы он шел навстречу новой битве, ведь самая трудная битва с самим собой за то, чтобы стать лучшей версией себя в новом президентском сроке.